Чем вы лучше человек, тем вас легче обмануть. И количество всяких разных обманщиков, прохиндеев и прочего увеличивается со страшной силой. Их очень трудно зачастую прищучить. Когда нам что-то рассказывают, у нас, естественно, срабатывает презумпция доверия. Мы после этого из речи, из того, что говорит человек, начинаем искать доказательства его правоты. То есть мы исходим не из конструкции, что он может нас обмануть, потому что у нас вшита нас презумпция доверия. А мы исходим из того, что, ну, как бы, он, не будет же он нам врать. И вот задача, когда мы говорим про аргументы, это всегда помните, что у вас должен быть включен внутренний такой проверяльщик, который спрашивает, если все аргументы идут за, вопрос, какие аргументы против?